Так, система работы АВР ОМД на 250 рубильнике по умолчанию при нормальных условиях. Создаем нормальные условия, то есть переключатель в режим мануал ручной. Отключено питание. Где она, блядь? Куда? Туда-сюда. Среднее положение. Рубильник выключен. Для ввода в работу нам необходимо подать питание. Нам вода. Вот первый. Подаем. Индикация отображается. Вот второй. Подаем. Индикация отображается. Снимаем аварию. Однократным нажатием. Снялась. Переводим переключатель на самом рубильнике в режим авто. По умолчанию. С задержкой времени должен у нас включиться первое нажатие. И он продолжает работать в автоматическом режиме. Нет, авто будет после. При условии, что будет нажато авто и загорится индикация авто. Демонстрируем. Перевод на второй ввод. Приоритет ввода не выставлен. Переключение на первый произойдет при условии пропадания второго. Снимаем режим авто. Демонстрируем работу в ручном режиме нажатием на кнопки на самой голове. То есть отключаем. Включаем первый. Вот. Второй, соответственно, мы можем переключить нажатием на вторую клавишу. Все, АВР работает и в ручном автоматическом режиме. Выводим из работы, отключаем, переводим в режим мануал, снимаем питание.